Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Капитонович, и мы в игрушке Swords and Souls Neversin. Планы на сегодня — совершить подвиги, насобирать кучу денег и купить у кузнеца оружие рыцаря. У нас 61 монета, а нам нужно 101. И он нисколько не уступает. Тренировать душу и тело в тренировочном лагере, ну и спасти некого Пупси. Я тут без вас немножко поразминался, совсем чуть-чуть, даже... На карте мира кого-то прихлопнул. Блокада ордена была разблокирована. Вот. Вот, собственно, и все. У меня появился рынок. Я даже сюда еще не заходил и не знаю, что здесь меня ждет. Ну, что меня здесь ждет? Торговля. Кстати, в музее меня ждут деньги. И заглянул на рынок. Сокровища. Флейта. Как приручить питомца, комариное болеро. Это что такое? Расходуемые материалы, яблочный эликсир, комариный сок, отвар бибу. А ну давай поговорим с этой прекрасной незнакомкой. Приветствую. О, спасибо, что устроили придуркам из Обрдена темную. Они перекрыли торговую дорогу, но теперь мы снова открыты. И случилось так, что у меня есть самые разные сокровища для вас, радость моя. Ну да, и не обращайте внимания на мою сестру, она всегда такая. Вот. Давай почитаем. Флейта. Знаю, на этом инструменте никто не хочет играть, но питомцы его обожают. Без этого не бойтесь, если хотите подружиться с каким-нибудь крутым зверем. Классическая песня для комаров, отправляю ее прямо в библиотеку музея. Обожаю эту песню, она так запоминается, кротам она тоже нравится. А это что? Это высококачественное зелье, восстанавливает здоровье во время боя, идеально подходит для слабаков. Ну это как раз для нас. Я использую чистейший комариный яд, чтобы восстановить все мгновенные действия, такие как уклонение, блок и атака в дальнем бою. Немного горчит. Вы станете сильнее легендарного бойца Бибу. Так на этикетке написано. Приветствую. Я продаю только самые качественные отвары по справедливой цене. Ну а если вас что-то не устраивает в моих товарах, идите к черту. Или к моей сестре, да? Мне на самом деле хотелось бы попробовать вот этот отварчик. Яблочный эликсир. Я, пожалуй, потрачу деньги. Как приручить питомца? Все-таки, наверное, это нужно. А флейтой уже приручать, да? Ладно, допустим. Я куплю это, Для привлечения молодых и впечатлительных зверей. Ну, допустим. В общем, я хотел купить рыцарское вооружение, но денег у меня снова нет. Потратился на эти книжки. Я надеюсь, они мне чем-то помогут. В музее вот кротовая трель. А, подожди, это получается что? Это мне нужно как-то, если я увижу крота, то я должен вот эти на флейте сыграть нотки, что ли? Или что? Комариное болеро. Я просто сейчас записываю это все. Не знаю, может это зря. Ну ладно. Как приручить? Три простых шага для получения милого питомца. Найдите флейту. Все знают, что дикие звери обожают музыку. Нашли. Мы потратили деньги и нашли. Найдите нотную тетрадь и заучите мелодию. Найдите зверя и играйте ему мелодию, пока он или она не полюбит вас. Порадуйте своему новому другу. Так подожди, так что я должен сейчас к кроту сходить? Может быть это к мама кротиха? Какие-то вредители, внезапная засада. Вот, подожди. Вот. Здесь был, по-моему, комар. А ну-ка, давай я попробую, как это... А как играть на флейте? Подожди. Это крот. Это комар уже. А, нет, я же не это самое. Ничего себе. Я его быстренько убил, этого комара. Вот, давай, приручить. Ага, приручить. Так, хорошо. Сейчас мы продолжим. Комар. Все сейчас должно получиться. Давай. Это крот сейчас будет, да? Это будет сейчас крот. Значит, 4. ЕВ, ЕК.
Кью. Не успел, да? Да. Не бей его. Сейчас будет комар. Комар. Кью-вэ, кью-вэ. Вот, он меня любит уже. Только что-то он меня плохо любит-то. Блин, надо несколько раз играть. Подожди, давай этого... У тебя, ты можешь оружие куда-нибудь спрятать? Я что-то не понимаю. Капитоныч, мы тут пытаемся приручить. Ладно, сейчас мы будем играть в приручалки. Подожди, 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 это не все еще. Капитоныч, крота. Е, В, Е, Кью. 4. Е, В, Е, Кью. 4. Е, В, Е, Кью. Крот нас любит. Ну, а что я его... Крот нас любит, а комар нет. Ну и что? Я... А, вот, я, получается, сад питомцев. Сад питомцев, у меня есть кротик. Его нужно кормить редисочкой. Мама дорогая. Где ж мне взять такую редисочку? Крот, си... Здоровье 10. Вот чем он мне может помочь, этот крот? Чем он мне может помочь? Ну, у меня нет редиски. У меня нет редиски, но я обязательно найду. Ну, хорошо. Давай я выйду на карту мира и, наконец-то, отправлюсь на какие-то сражения. Но только на не сюда я точно не пойду. Может, приручить короля? Может, кротиху приручить? Это же можно? Маму кротиху. Ладно. Будем об этом позже думать. Крот с 10 хпшками. Сейчас я... Да. Сейчас я выиграю этот бой однозначно. Уверен, вы упускаете что-то важное. На некоторые умения, такие как толчок и особая атака, тратится весь ход. Ну. При этом свободные умения, такие огненный шар или ядовитая стрела, не расходуют весь ход. Но у меня нет этих умений, по-моему. Постарайтесь воспользоваться этим знанием. Да ну, не могу я, подожди. Зуби-зуби. Кротяра, давай атакуй. Слушай, ну даже если он никого не убьет, то он хотя бы отвлечет. Или, может быть, удивит. Вот, супер особый, ничего себе вот это зашло. Тресь. Кротяра, давай, бей. А, ну, контратака, как же. Ой, что-то я как-то расслабился. А ну-ка, собрались. Собрались. Это что было такое? Что это такое было? Что это они на меня нагнали? Новый уровень у крота? Подожди, надо глушить. Надо глушить. Что это за добавчик такой-то? Что он дает? Допустим. Так, надо же побеждать. Ну, мы зачем сюда пришли? Да. Я могу еще стрелять. Но толку от этого. Я, получается, не могу увернуться от этого. Так, собрались. Зуби. Если мы выиграем, то мы выиграем чудом. А, в общем, крота, они абсолютно не бьют. Вообще просто никак не бьют. А уровень у него растет с каждым новым сражением. Отлично. Допустим. Победили каким-то чудом. Неизвестно каким. Что бы мне хотелось? Мне хотелось бы оружие рыцаря. Вот что бы мне хотелось. В музей я схожу, чтобы вот это вот потратить все вот это вот... О, какое-то зелье, кстати. Деньги предлагают забрать. Давай. Деньги мы заберем. Рынок. Рыбалка. Кольцо черепахи. Что это такое? Полезное кольцо для тех, кто любит скрываться за щитом. Я никогда не осуждаю. Ну, это просто бижутерия, да?
Когда вы будете умирать, с этой штукой вы не умрете. Вот это мне надо, надо это кольцо. Рыбалка для чайников. Хватит, подождите. Нет, 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 нет. Я не буду тратить. А здесь была редиска. Суперконфета. Суперконфета. Что она мне дает? Растет уровень, да? Хорошо. Хорошо, с кротом как-то веселей. Ну что ж, идем. Идем сюда. Плевальщики. Плевальщики. Хорошо, идем к плевальщикам. Идем к плевальщикам. Супер особый. Супер. Да ты что? Ты победил его. Кобальт-горняк. Надо не забывать о том, что у меня есть еще эликсиры. Эликсиры, которыми можно пользоваться. Крот, добей его. Молодец, кротяра, убийца. Раз, допустим. Два. Блокируй. Ну, ну ж почему ты без крита блокируешь? Уворачивайся. А, это кроту досталось. Это досталось кроту. Как жаль, как жаль. Ну, я потерял, похоже, крота. Бабах. Глуши его, гада. Подожди, надо добить этого кобальта-горняка. Кобальта-горняка добивай. Раз. Два. Блин. Все, приехали. Крота нет? Все, без крота жизни никакой нет. Уворот. Раз. Два. Ну, еще и отравили. Конечно, замечательно. Замечательно. А кто будет эликсиры пить, а? Кто будет эликсиры пить? Продолжаем. А, крот вместе со мной, замечательно. Тресь. Тресь. Отлично. По крота не трогай, сволочь. Новый уровень. Он растет, он растет. Контратака, отлично. Вот так. Сделай его. Надо уворачиваться от этой гадости. Капитоныч, Капитоныч. Нам что-то несказанно везет, по-моему, Капитоныч. Крота нет, да? А, нет. Да, нет его. Отлично, контратака. Уворотик. Блокировать больше нечем. Ага. Зачем я это сделал? Не знаю. Я просто случайным образом держал палец на этой кнопке и сделал. Глуши. Блин, добей этого кобальта-горняка. Все, поехали. Раз. Два. Уворот. Три. Еще один уворот. Да, и мы померли. Нет, ну мы здесь победим. Мы здесь победим. Мы здесь победим когда-нибудь. Унь. Готово. Давай. Да. Ну, зелье, смотри, не восстанавливается. Зелье не восстанавливается. Ну, конечно, конечно. В общем, профукал я. Зелье. И крота, наверное, тоже. Нет, кротяра, конечно, молодец. Кротяра молодец. Чпунь. Давай. Давай, уворот. Пей. Все. Крышка им всем. Уворот. Контратака. Готово. Глуши. Глуши, гада. Стреляй из лука. Уворот. Вот, вот и все. Сундук достается, куча монет. Листочки.
Так, подожди. Везде становится все сложно, сложно и невыносимо. Хотят со мной поговорить о чем-то. Хотят со мной поговорить. С вашей стороны любезно покупать вещи, которые я делаю, но можете ли вы оценить их разнообразие? Очень надеюсь, что вы опробуете вещи каждого типа. Мне неприятно представлять, что вы пользуетесь чем-то одним. Перестань, отстань. Я уже привык к чему-то одному. Не хочу. Туземец. Здесь что? Что ты хочешь мне сказать? Хотите лучше орудовать луком, а? Пытайтесь попасть сразу в несколько мишеней, они все зачтутся. Да, иногда я бываю добрым. К тому же направление полета монетки зависит от того, куда вы по ней попадете. Давай, дальний лук. Блин, успел, ладно. Две мишени сразу, да? О, я, кажется, еще тот стрелок. Ну, допустим. Нет, да? Нет. Ладно, продолжаем. Но это второй раз я всего лишь на этом полигоне стреляю из лука, поэтому... Мало куда попадаю. Черт. Ну, ежешь, вот смотри. Ну, просто легко. Ну, как так? Как ты можешь промазать, Капитоныч? Капитоныч. Капитоныч, соберись. Капитоныч, соберись. Капитоныч... Профукали мы с тобой, да? В общем, надо стрелять, конечно, желательно в те мишени, которые появляются первыми. Которые не успели еще покраснеть. Монетка. Все, монетка улетела. Монеточка улетела. И лучше сразу, конечно, одной стрелой поражать две мишени. Это будет намного эффективнее, да? Если возможность такая есть. Блин, и лучше бы не промахиваться. Совсем, 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 совсем. Как ты мог? Как ты мог? Капитоныч! Ладно, уйду я пока. Уйду пока отсюда. Даже новый уровень, да? Давай, все в ближний бой. Туда все загоним. Надо все-таки защита. Надо работать над защитой. Надо работать над яблоками. Отбиваем. Сосредоточились, сосредоточились. Ничего, Капитоныч, не пропускаем. Ничего страшного. Звезду не вздумай. Не вздумай трогать щитом звезду. Не вздумай. Соберись. Нет. Отлично, отлично. Звездочки ловим. Звездная болезнь. Отбиваем. Вот так хорошо. Полетели яблоки со всех сторон. Сюрикенчики. Отлично, отлично. Ничего страшного, Капитоныч. Ничего страшного. Не паниковать. Возьми себя в руки и держись. Немножко попотеем, потом будет легче. Отбиваем, ловим. Отбиваем, 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 ловим, ловим, отбиваем. Так, вперед, вперед. Отлично. Ага, все. Ну и достаточно, я думаю, Капитоныч. Улучшать лагерь дорого стоит. Дорого. Все-таки собираем деньги на... Ты знаешь, на что? О, нам что-то причитается. Нам что-то причитается. Можно еще накормить. Зелье. Зелье. Кстати, хорошо, что вы напомнили мне про зелье. Я все-таки пойду сейчас и потрачу зелье. Еще бы насобирать на удочку. 70 монеток. 70 монеток. Осталось чуть-чуть. Риц уже готова с нами сражаться. Ну подожди, Риц, подожди. Нам нужен какой-то тогда серьезный противник, и тогда мы с тобой пойдем. Разведчики королевы. Давай-ка, вот разведчики королевы. Кротяра со мной, и очень хорошо. Раз. Два. Контратака, отлично. Давай еще из лука постреляем немного. Крот, добей. Хорошо. Я бы такой бы даже, может быть, и оглушил, но постараюсь это перетерпеть. Новый враг, пускай он будет один. Их двое. Замечательно. Замечательно, что двое. Блокируем. Но это последний, да? Это же последний разведчица. Это как ты? Что ты делаешь? Что ты творишь?
Что за финты такие? Контратака, получите. Крот. Нет, крот, конечно, мощный. Новый уровень. Надо комара раздобыть. Какие-то наручни появились. И куча монет. Главное, я богат. 158. Продолжить. Вы знаете, что я сейчас буду делать? Конечно же, тратить эти деньги. Тратить эти деньги и буду тратить их у кузнеца. Я куплю оружие рыцаря. Рыцарь. Может, конечно, я и попробую что-нибудь другое, но почему-то пока что не тянет. Железный клеймор. Колечко. Подожди. Предотвращает смерть раз за бой. Может быть и... А тут у меня восстановление уклонения. Минус 15%. Что полезней? Ладно. Нет, подожди. Вот так. Здоровье и один раз избежать смерти. Один раз избежать смерти. Нам хотят что-то дать. Мы хотим кого-то накормить. А что это за билетик? Я видел, что эти билетики нужны вот здесь на рынке. Это какой-то талон. А, талон просто я могу выбрать что угодно, да? Я, пожалуй, знаю, что выберу. Супер конфеты. С каждым разом они повышаются цены. Перестаньте. Я просто хочу дать эту супер конфету своему кротяре. Он просто становится диким зверем, этот крот. Ну что ж. Впереди нас ждет скользкие туннели. Здесь трудно. А здесь нелепая роща. Кстати, пойдем сюда посмотрим. Бой. Нелепая роща. Пни. Ну вот почти. Ну вот почти. Контратака. Хорошо. Дальше поехали. Джин, берегитесь. Не, ну берегитесь, да, у тебя хпшки дофигища, и ты сейчас начнешь нас колдовать с кротом. Я не могу себя контролировать. Я тоже взбешен. Я тоже взбешен. Подожди. Давай-ка уклонимся и треснем ему как следует по голове. Отражено. Это ты так можешь делать? Отражать мой суперский просто удар? Он крота убил. Он просто убил крота. И он восстанавливает хпульку свою. Ну это надо же. Это надо так делать. Раз. А я в ответочку тебе. Слушай, ну... Печально, мне кажется. Кольцо разрушено. Нет, ну так нечестно. Ну так нечестно. А что можно с ним сделать? Риц позвать. Я сейчас позову. Я думаешь, один сейчас приду? Я сейчас всей компашкой приду. Я... Давай-ка, Риц. Здрасте. Ух ты. Вы эту экипировку сами подобрали? Все нормально, я буду присматривать за врагами. Все нормально. Мы сейчас идем с тобой, Риц, на дело. Мы с тобой идем на дело. Может, перед делом что-нибудь размяться, а? Да, я думаю, и так справимся. Я думаю, что мы и так справимся. Нелепая роща, вперед. Давай-ка, пни и мочи. Супер особый. Один остался пенек, все. Ну что ж, джином будет, конечно, сложнее. Он себя не контролирует. Ну, если бы он не отражал, вот я не могу его пробить. Вот так, это почаще делай так. Допустим. Но здесь только надо уклонение, наверное, да? Нет, ну можно, конечно, и блокировать, но уклониться намного лучше. Это ты зря восстанавливаешь. Это ты зря. Риц оглушили, да? Она пришла в себя. Надолго ли? Все, ее больше нет. Уклонимся. Джин повержен, но какой ценой?
Фух, приношу свои извинения. Такое бывает иногда, да? Если не возражаете, я пойду. Если еще раз приношу извинения. Иди. Иди. Сундук оставляй и больше не возвращайся. Рид с нами. Рид с нами. 198. А что на рынке? Хотят нам сказать. На днях я видела, что Марионет работала в учебном лагере. Хорошо, что он наконец-то нашел с кем работать. Вы тут побудьте немного, ладно? Ладно, я побуду. Все-таки я куплю рыбалка для чайников. Я понимаю, что это удочка, наверное. А вот это что такое? Если найдете милую горную лису, попробуй... А, я могу приручить горную лису. Я могу приручить горную лису. Да ладно, куплю я восстановление блока. Просто в коллекцию, пускай будет, пока деньги есть, трачу на все про все. Давай почитаем. Слушай, это сложней. Это сложней. Но будем этим заниматься тоже, чуть позже. Рыбалка для чайников. Как поймать рыбу? Так, забросьте крючок. Чем дольше удерживаете кнопку, тем дольше будет бросок. Выжидайте, жмите, как только крючок начнет трястись. Удерживайте кнопку мыши, чтобы тянуть леску на себя, но отпускайте, если рыба сопротивляется. Так, выжидайте. Отпускайте, если рыба сопротивляется. Поняли, нет? Сейчас пойдем на рыбалку. Сейчас пойдем сходим на рыбалку. Нужно чуть-чуть отвлечься. Отвлечься от этих боев. Просто сходить, немножко отдохнуть. А здесь даже щит для чайников. Зажмите, чтобы забросить. Т-т-т-т-т-т-т-т. Ну, давай. Ну. Подожди, сопротивляется. Сопротивляется, да? Тянем, тянем. Сопротивляется, отпускаем, тянем. Сопротивляется, гадина. Большая, наверное, рыбешка сопротивляется. Смотри, какая. Рудочка гнется просто. Тащи, Капитоныч, тащи. Вот это мы поймали леща с тобой. Рубиновая форель, одна из семи. Ну что, еще одну? А ну давай как закинем, чуть подальше просто. Клюет? Нет. Есть, превосходно. Подожди. Нет, какая-то серьезная рыба. Тащи, тащи, тащи. Удочка просто сейчас сломается пополам. Вот это да, зверюга. Алмазный окунь, ничего себе. Диво дивное. Так, хорошо. Алмазный окунь, это, конечно, хорошо. Но нам бы сейчас... в скользкие туннели пойти, да? Ну, пошли в скользкие туннели. Мы вдвоем в скользких туннелях. Бумс. Супер особый. Отлично. Крот, делай свое дело. Так, и кто-то сейчас главный злодей. Иксиль... Крот на крота. Крот на крота. Просто эпичная битва. Уклоняшки. Мы его в пень. Риц. Риц, живи, мы должны выжить. Крот получил новый уровень. Я на всякий случай уклонюсь. Ага. Глуши. Так, переносим урон на этого зуби. Переносим урон, нужно его добить. Ну, добейте его. Молодцы. Теперь кобальта горняка трясем. Крот молодец. Крот молодец. Так, что у нас здесь? Куча монеток и ноги. Новые ноги. Новые ножки. Дело сделано. Еще увидимся. Радость моя. Подмигивает. У нас какие-то отношения начинаются, похоже. Так, ну у нас новые ноги. У нас и... вот что новое. А это что? Все это одеваем. Почему я это все не одел?
все замечательно. Так, а что здесь? В музее что-то хотят услышать от нас, да? Давай-ка сейчас я накормлю Грибоедова этого. Просто я сказочно богат. О, рад, рад вас видеть. Хоп мне вказал, что потерял своего питомца, бедняга. Но уверен, вы его спасете. Да, и рад, вы будете в сактах, принесите картины кобальтов для моей галереи. До скорой встречи. До скорой, давай деньги, давай деньги. Да. Может все-таки увеличивать урон-то, а? Ну нет, это как-то как-нибудь сами прокачаем. Как-нибудь сами. Все в урон я вбухаю весь свой капитал. Так, что еще мне? Кто-то что-то хочет вернуть, деньги. А, вот у меня новый джин, смотри-ка, смотри-ка, это уже хорошо. Сейчас пойдем куда-нибудь с тобой. Новый спутник. Кузнец, что ты мне хочешь? Ничего себе ты... Оружие ближнего боя, 5 золотых. Ты очумел, что ли? Я таких денег сроду не видел. Построить что-нибудь? Давай построим. 153. Обалдеть. Вы готовы столько потратить? Ну, будем строить, понемногу обживаться. Что же делать? Опыт все-таки, опыт. Давай-ка, Джина... Сейчас возьму. Нанять? Вы серьезно? Ладно, надеюсь, Рица не обидится. Я просто схожу. Зря я, конечно, его. Ну, просто хочу посмотреть. Не сейчас бы, может быть, и надо было бы нанимать его. Но хочется посмотреть, что он там вытворяет. Супер особый. Крот, сделай свое дело. Найден новый враг. Бумс. Бумс. Бомс. Джина бьют. Что это? Бафает. Так, допустим. Допустим. Давай вот это кобальтоплевальщика. На кобальтоплевальщика все. Все на кобальтоплевальщика. Добивайте его. По возможности побыстрее. Надо все-таки, наверное... Это он сейчас нас будет бить. И просто... А, он... Он ликвидировался, да? Ну, это зря, это зря. Это зря. Потому что мы его победили. Продолжаем. Святой Орден. Святые отцы, Святой Орден. Слушай, давай тогда сразу на Святой Орден пойдем. Поскольку джин есть. А? Как ты думаешь? Может быть, давай-ка вложим денег немножко. Вот и все. А, кстати, аквариум. Аквариум. Рыбешки плавают, которые я наловил. Замечательно. Рубиновые форели, алмазный окунь. Будет возможность похвастаться. Похвастаемся. Нет, я думаю, что на этом остановлюсь. Скажу спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч. В следующий раз еще совершим кучу подвигов. Пока.